То, друзья, показал вам, как я убираю, ну, каждое утро. Часто пишут мне комментарии, что, типа, как ты один со всем справляешься. Ну, а так и справляюсь. Вот я вам показал в убыстренной версии. Ну, это самое обычное, вот как утром рассыпал, почистил, сладку убрал. Хочу вам сказать свои замечания насчет сарая. Были у нас не так давно морозы по 5-7 градусов, а пару дней последних под утро было минус 15. Что я обнаружил по этому сараю? Итальянчики наши, а что итальянчики, гуляет он. Видите, кормушки есть, корм, подошло пару, поело все, остальные он просто ходят, гуляет. По сараю наблюдение. Короче, когда минус 5, минус 7, ничего я не делал, вытяжки были открыты, все три. Все три вытяжки. Вот, первая, центральная и та крайняя. Три вытяжки было открыто, ну 5-7 нормально в сарае. А когда было то пятнашка под утро, короче, начало в сарае сильно холодать. Думаю, ё-моё, что делать? Я закрыл, короче, забил три вытяжки. Эту заткнул мешками с соломой, вот эту. И те две тоже я закрыл, ну, мешками просто забил. Утром прихожу, на окнах конденсат, все в воде. Двери вот эти пластиковые, все в воде. Штын стоит, вот это аммиака или чего, непонятно чего. Короче, вонь стоит страшная. Думаю, не годится. И я, короче, взял ту крайнюю закрытую оставил, первую закрытую оставил, а центральную открыл. И вы знаете, на следующий день тогда тоже было минус 15 или 14. В сарае Ташкент запаха вони нету, красота. Ну такая, ну, знаете, как... хорошая атмосфера в сарае. И не холодно, тепло, и нет вот этого запаха аммиака, вони вот этой свиной, с мочи, с навоза. И я так пока и остановился. Центральную оставил, ее хватает, а эти позакрывал. Если я сейчас открою эти вытяжки, все три, будет очень холодно в сарае, особенно ночью. Так, также я думал делать отопление. Сейчас понимаю, если я еще пару клеток затарю, вот эту клетку, вот эту я затарю по-любому. И в ту сейчас уберем последнего дюрка на мясо. Мы уже одного убрали. Сейчас еще один остался, на днях уберем. И сюда переведу группу, та, которая с аматором сидит. Аматора переведу сюда и тех трех свинок. Две типа дюрков, Веронику и аматора сюда. А этого уберем на мясо. Эти у нас нормально, без кормушки, правда, ну насыпаю туда под стенку. Все хорошо, надо проглистовать этих. А то мы взвешивали их у 2 месяца 32 килограмма, то есть уже можно и вермиктин по кубику им шмалять. Короче, по отоплению. Я думал делать отопление, думал поставлю дровяной котел и сделаю пару вулканов. Один вулкан здесь в начале, один вулкан нагнетатель там. Но сейчас, думаю, не буду особо заморачиваться. Оставлю так, как есть. Ну чё вы, корм есть, что такое? Что такое? Колбаски. Жевжики. Видите, кто где угодно лежит. В сарае, то есть, хорошая температура, их устраивает. И так вот, думаю, этот год не буду делать на зиму отопление, надо зиму пережить так. Поставлю на крайняк
боржуйку туда под бак. И выведу с буржуйки дымоход в первую вытяжку. И пока так, это если сильные морозы, там протопить. Конденсата на потолках нигде ничего нету. Вообще нету конденсата. Если я заткну вытяжку центральную, конденсат будет на потолке. День-два и будет конденсат на потолке. Тут не надо ставить принудительные вытяжки, вентиляторы и тому подобное. Потому что тут от трех вытяжек вот этих потолочных хватает с головой. Если я три открываю, оно аж двери притягивает, так тянет. Вот если дверь, вот эту дверь, допустим, чуть-чуть не то закрываешь, ее притягивает. То есть тянут вытяжки хорошо. Сейчас мне надо заняться, сделать козырьки на эти вытяжки. И сделать четвертя на окна. У меня все окна просто стоят без четвертей, по-моему. Да, без четвертей. Надо четвертя понабивать и поставить нормально окна, чтобы не было щелей. Ну, приготовиться уже, так сказать, к зиме, к морозам. Вот это сделать окна четвертя. Это я сейчас займусь этим. И попробую сделать козырьки на вытяжке, тоже закрыть. Вот эти нюансы, их сколько мелких. И надо делать освещение. Освещение. Также мне писали, что у тебя за черные пятна на потолку. Это какие-то пятна мухи пообгаживали. Вот именно в этом районе мухи. Не знаю, что так. И вот здесь вот тоже. Это тоже мухи именно в одном месте. Не знаю, почему так. Ну, когда были мухи. Но мне вот это все равно, потому что у меня потолок под покраску, и я каждый год по желанию буду закатывать валиком, водоэмульсионкой, любым цветом. Любым, какой мне понравится, каждый год прокатал валиком эмульсионки ведро, взял литров 25-20, развел и закатал. Ну, даже тем же белым цветом. То есть очень хорошо. Для этого я и делал потолок, обклеил под покраску этим потолочной плиткой. И отлично, вы знаете, отлично. Сарай теплый, я уже вижу, что он теплый. Если я сейчас еще подзатарю, то будет еще теплее. То есть вот так, вот такие мои наблюдения. Это что касается. Также надо мне сделать, ну вот этих нюансов, просто что оно все время получается сам. Вот я здесь сделал кормушку, мне хорошо, я сейчас сделаю гроверного корма, высыплю им там ведро два и все, я аж до завтра, до такого же времени там. А здесь кормушки у меня нету, вот для этих. Надо тоже сделать этим кормушку. Вот этим жевжиком надо сделать кормушку. Вот мы их взвешивали 32 килограмма в 60 дней. Они все одинаковые. У меня нету тут сильно маленьких. Вот есть вроде бы ростом меньше, но он по весу такой же, он самый круглый, как бочка. А ростом ниже на ногах, на ножках ниже, а так покрупнее. А так они все нормальные у меня. Да, Анфиска. Анфисуля. Анфиска. Анфиска, обезьянка. Все нормально. Нюра. Киевляночка. И наши фулечки тоже нормально. Машку будем убирать в декабре. Она уже все восстановилась, молоко перегорело, все нормально. Кушает хорошо, но как бы странно это ни звучало, будем убирать. Ну, а этих наблюдаем. Пошел четвертый месяц. 90 дней и 2 дня. 92 дня или 93 дня. 54 килограмма мы взвешивали свинку. Вон ту с черным пятном. Хотя вот поболее кабанчик, чем-то свинка. Но я вам скажу, в 90 дней мы взвешивали 54 килограмма. Ну, я думаю, тот выводок будет под 60 килограмм у 90 дней. Будут получше, чем эти. Ну, я так думаю, я так вижу, что оно так будет. Ну, а там кто его знает. Ну, и как-то надо обживательно, конечно, этих какой-то ящичек сварганить и
в месяца в 4 тоже взвесить, в 4 месяца и в 5, чтобы вопросов там у многих не возникало, потому что они даже не понимают, какой должен быть вес 4 и в 5 месяцев при хорошем интенсивном откорме. Но я думаю, покажем это все постепенно. Ну а так, друзья, вот это уже поели и начинается F-ки. Вот это и та. И еще одна у них сестра. Вот сейчас она тоже доест и начнут кричать вот эти 4 F-ки. Все именно петрены, кантуры спокойные. А F-ки это просто что-то с чем-то. Поела нормально, воды попила, все хорошо. Я их кормлю нормированно, все нормально, они уже привыкли. И все равно горлают. Вот просто такие свиньи, им только кричать и кричать. И вот смотрите, что я заметил. В сарае, вот, допустим, вот продол, ну, грубо говоря, тут тянет, да, вот здесь, понизу. А все равно они в основном сидят вот здесь, возле, где тянет. Получается, что им не холодно. Было бы холодно, они бы кучковались там он, или там, ну, вверху. И также я корм ставлю всегда вверху, в верхней части корм. Да, там заходить надо насыпать. А вода должна быть внизу. И тогда по-любому они будут ходить вот сюда, куда мне надо, где я убираю. Здесь, вот смотрите, здесь, где я убираю, внизу они ходят. Вот я тут насыпаю вверх, а где вода внизу, они ходят вниз. И мне удобно убирать, я туда даже не лезу. Ну, это так же самое, нижняя часть, а там насыпаю. Вот даже F-ка одна сидит, и то вот нижнюю часть она ходит, а там не это. Так само я приучил вот этих малых поросят. Уверху насыпаю, где вода, они ходят сюда. Я с крайку убрал у желобок, и все. Ну, здесь, понятно, они автоматически ходят все внизу. Вот дюрок так само, сюда ходит, а там кушает. Ну, вот так. Пока на данный момент, друзья, на данный момент, сараем я очень довольный. Хорош! И я вижу, что сарай теплый. Очень теплый сарай. Оно уже видно, что были морозы, были периоды морозов. Когда я закрыл две вытяжки, я ставил только ту одну, в сарае тепло, Ташкент. Ну а сейчас вообще еще теплее, я же уже после морозов перевел этих сюда, итальянцев и тех малых. Сейчас еще туда переведу, ну и потом будут опоросы, затарим еще, ну и их тоже разделим, когда подрастут. И еще какую-то клетку, две затарим. Ну вот так. Вот, видите, у меня три этих тумбы. Уберу сетку эту москитную, что я набивал налито, чтобы мухи не летели. И надо сделать туда такие как бы двухскатные козыречки, чтобы туда снег не забивал. Как-то их туда прикреплю, ну что-то придумаю. И обработать или металлом думал оббить. У меня есть вот такие куски, но нужны под цвет. Или покрасить вот эти тумбы, но то уже позже. Сделать козырьки и покрасить тумбы, чтобы не дожди и сырость не съедала ОСБ. А внутри я уже обобью их утеплителем с отражающим, каким-то с отражающей пленкой, ну, чтобы они ОСБ не сорело. Это вот что планирую сделать. Вот это в первую очередь. Окна, ну, окна то я сделаю сегодня, все, москитные сетки поубираю, четвертя и позакрепляю окна. И потом спрашивают за плитку. Когда же ты плитку будешь ложить на продол центральный и плитку будешь ложить первые две клетки слева и справа и крайние две клетки слева и справа. Дойдем, друзья, до плитки. Я думаю, уже время дойдет после Нового года. Я буду более свободный. Уберем десяток, продадим. Десяток голов пойдут на мясо. Уже будет чуть полегче. И будем плитку. Вот эту плитку в клетке положим. А эту плитку положим, она хорошая, не скользкая, положим на центральный проход, вот эту плитку. Все хватает, и толщина больше сантиметра, миллиметров 11 толщина плитки, то есть хорошая советская новая плитка. Положим весь проход центральный ней. Почему я хочу положить проход центральный? Вот в этой тачке я итальянцев перевозил, красота.
с Богданом. Отлично. Вот центральный проход весь положить. И положу также с плитки вот эти маленькие два желобка маленьких. Чтоб не стояло, бетон все равно держит вот эту вонь. И от желобов идет вонь. Это я давно уже заметил, у меня в старом сарае также обложена плиточка, не нарадуюсь. И здесь так само сделаю. Просто единственное, чуть-чуть больше времени мне. Ну сейчас все поподгоняю, до Нового года уберем какое-то поголовье, и мне уже будет более легче, более посвободней. Вот, вот эту вот клетку обложить плиткой, стенку ту и ту. Вот эту клетку, эту стенку и ту. И две крайних тоже плиткой обложу. Ну а так все хорошо, так все в принципе устраивает. Отлично. И спрашивали Стас, а что ты не покупаешь бункерные кормушки? Ну зачем мне покупать? Вот у меня вышла со строя стиральная машинка. Я сделал из нее бункер. Половину ресивера разрезал, половинка, и стиралка ящик сам, и все, вот бункерная кормушка хорошая. Я считаю, надо меньше вкладывать, а больше брать, потому что можно покупать эти кормушки всякие дорогущие и так дальше, и станки. Станки я не покупал, я покупал только бока, ремонтировал их и сами дорабатывали. Отлично, тоже все хорошо. Так само по кормушкам, я и сюда сделаю кормушку, у меня есть еще газовая печка. И сюда сделаем бункерную кормушку, и там тоже сделаем. Ну просто, что не спеша, потихоньку. У меня какой-то материал есть, есть 4 газовых баллона, надо разрезать, тоже сделать. И вот так занимаюсь и кручусь. Я вам скажу, самое главное, что оно, мне это все движение нравится. Мне нравится, как они растут хорошо, мне нравится, я вижу результаты, и отлично. Да. Ну вот, что плохие результаты, что хорошие. Сарделечки. И их мы месяц второй пройдет, расселим, чуть-чуть будет нормально. Киевляночку в станок перед опоросом. Да, киевлянка? Вон, поели. Ну что, вот поели и лежат, отдыхают. Вот, поели, лежат, отдыхают. Они знают, что я им сейчас принесу лушпайки, куски хлеба, сухари. Это надо кричать. Надо и этой кричать. А зачем, неизвестно.